Ну что ж, друзья, с вами Фил, как всегда, и сейчас мы будем проверять экшн-камеру М10 на герметичность вот в этой вот ванне, в которой я уже однажды проверял водку. Собственно, сам бокс уже я проверил, вроде бы как герметичный, то есть ничего не просачивается, поэтому сейчас все-таки рискну поместить туда камеру и посмотрим, что из этого получится. Собственно, попробую собрать одной рукой вот этот вот куб, который у меня лежит здесь, это Dayan 3v2. Ну что ж, приступим. Вкладываем бокс. И начиная с этого момента сейчас не будет никаких звуков, потому что бокс звуконепроницаемый. Поэтому просто смотрим.